Выплаты в размере 100 тысяч рублей предлагается производить до достижения младшим ребенком 18 оттати лет, либо до окончания им школы, среднего специального или высшего учебного заведения при очном обучении. В письме, направленном в правительство РФ, говорится, что пока не принят закон о статусе многодетной семьи, необходимо принять предложение о ежегодных выплатах как эффективную меру поддержки и популяризации многодетных семей. Подробности на сайте.